This morning, Pastor Sani continues his teaching at the Team Building History Makers Training on the Central Church. The topic for this morning is strategy in the ministry of Jesus. Pastor is talking about Jesus. He says that Jesus was not a chaotic but a very systematic leader, and it is important for everyone of us to use system in our life and ministry. Четко, каждый шаг, этот самый просчитанный, когда ты короткий путь идешь. Но в основном у людей отсутствует вот эта линия прямой. И отсутствует даже плана, отсутствует даже вот этого, даже приблизительно отсутствует. Они вот так, просто где-то что-то хотят в жизни, и сами не знают. Хочу вам сказать, что большинство людей, кого мы знаем, наши с вами родители, наши с вами, просто какие-то желания есть, импульсы есть, какие-то... Но это самое есть. Но куда идем, что, через сколько, даже не знаем. Мы просто живем и ходим вокруг.